Всем привет, ребят, с вами Маша Кашка, и в этом видео покажу мою комнату, а то есть комнату. Поехали! Начинаем! Начнем мы не с окна. С окна, не с двери, как обычно. Вообще, моя комната, я не буду показывать, как выглядит. Мы будем двигаться вот так. Так, и вон туда. А потом круг. Так. Это принтер. Да, все, ну комнат просто принтер, и все, обычный принтер. Короче, тут полочки есть. Он стоит на этом, на как это называется-то, на тумбочке, вот. А, тут есть полочки, в которых лежит всякая дребедень, а вон там вообще бардак. Поэтому лучше вам не показывала, ну ладно. Дальше идет розетка, которую я заряжаю. Там еще что-то упало. Ладно. Там, короче, у нас стеллаж стоит. Тут у меня внизу всякие сумки. Это не все, короче, бьюти. Там свечки, лаки. Крема, какая-то фотка я нашла, спрятала, всякая фигня. А, тут у меня повседневка, я так называю, потому что тут стоит две свечки. Она, кстати, вон там еще. Сейчас, вон она, вон, да, вы ее увидели. Наверное. По коробочке с резинками. Канцелярия. Потом Гарри Поттер. Не знаю, что тут делает расческа, ее надо сюда, ну ладно, пусть лежит. И моя фотка, все. Дальше у меня хэллоуинская. Я просто поменьше на свечках, поэтому еще одна свечка. И этим листьям уже 5 лет. Я их засушивала 5 лет назад. Ну вообще, ностальгия. Тут стоит любимый флакончик, потому что он вообще, он так с этим гармонирует. Классно. И вообще, он такой цветочный, я не знаю. Пумпон, который отвалился от моего этого, я решила этого рюкзака. Свечка, кошелек, попкорн, которого там уже нету. И мумитроли. Дальше у нас там, я не знаю, как, да, вот так. Стоят всякая дребедень, две свечки ароматические, какая-то еще хрень из фикс-прайса, три книжки и салфетки для этого протирания приборов. Дальше идет моя большая кровать. Что, она маленькая? Короче, вот кровать. Угу. Самая обычная кровать, показываю не то, но ладно. Это кровать iPhone, но это вообще бомба. Тут есть YouTube, на который я буду заливать это видео, поэтому... Тут стоят подушечки, целых 5 подушечек. Раз, два, три, четыре, пять, да. Освещение. Картина с кошками, они упоротые, да. Тут у меня стоят книжки с того стеллажа, потому что я совсем недавно убрала их оттуда. Потому что мне это все разонравилось, и вот. Теперь тут стоят книжки и все, что там вообще было. Дальше тут стоит мой шкаф огромный, он просто в полку врос, в полку, в потолок врос, и короче вот он, да, такой большой. Тут у меня внизу стоят те штуки, которые я вам говорила, короче, старый портфель с третьего класса и четвертого начала, этот, экзо, физра и рамки. Дальше моя дверь, обычная дверь. Она может открываться, а может и не открываться. Синее стекло. Нет, оно на самом деле прозрачнее. Прозрачнее, конечно. Пимпочка, чтоб не хлопалась. Хотя все равно я... Жопа. Я рукожопа, я все равно это умудрилась как-то все заляпать. Ладно. Дальше у меня идет плакат говно. И не знаю, что это такое. Ну ладно. Идет пианино, в котором я отражаюсь. Класс. Розетка. Мой стол. Он очень большой. Ну, давайте сначала покажу, что над столом. У меня две полочки. На первой полке у меня стоит все просто для школы. И не только для нее. То есть кошельки всякие старые, пеналы, клей, вообще всякая ненужная дребедень. И там даже вон для сна это самое, ну, которое глаза закрывает. Не видно ничего. Наушники, хомяк какой-то, господи. Там у меня лежат Уна. Потом зачем-то икона, уберу ее. Сувениры. И тут уж. Да, там еще вазочки, правда, вон маленькие. Надо их на стеллаж, правда, приставить, потому что будет красиво смотреться. Да, теперь приступаем к столу. У меня тут стоит лампа. Не буду вам светить, потому что... Короче, лампа. Она такая гнущаяся. И, то есть можно делать вот так. И вообще я так выставляю себе освещение, потому что это достаточно классно. Лампа гнется, можно в любую сторону ее вертеть. Дальше идет из Икеи вот такая штука. Это называется документ. Ну, тут, короче, всякая дребедень хранится.
Тут у меня всякое то, что первой важности, хотя вообще не первой важности. Моя консоль, денежки, нет, этот пенал, скотчи и тетрадка с какой-то хрени. Дальше тут просто всякое. А там у меня зарядки и все в таком роде, и ластики, да. Дальше у меня стоит 3 стакана, эти 2 надо унести, а вот этот оставить. Кстати, вот эту набивку, какую набивку? Я это делала из трубочек, я их резала. Уничтожаете просто. Дальше идет мой классный календарь, на котором надо уже поменять число, конечно, что я делаю. Давайте менять, смотрите, тут надо кубиками менять, ну логика же, да? Ай, господи, ну тут такие надо руки тонкие нужны. Руки тонкие надо нужны, конечно. 27-е. С котенком. Дальше у меня стоит такая штука самодельная. Тут у меня стоят 2 тетради. Это почему тетради по окружайке, да? Да? Или нет? Что это? Подождите, что это? Да, это по окружайке, да. И еще не использованная тетрадь, но она вообще классная. Дальше это лампа, да, которая не работает, потому что мы забыли лампочку купить. Дальше идет комп. Да, все. И последнее, что я вам хочу показать, это на моем подоконнике цветочки, карта и видеокамера, которая снимает просто ужасные видео. Сейчас мы ее включим и посмотрим, если она, по-моему, разрядилась. Сейчас мы позырим. А там, кстати, балкон, но я не буду его показывать, потому что, ну зачем, это же ремонтур. А нет, она еще не разрядилась, оказывается. Короче, посмотрим, как она снимает. Там же я! Так, что мы будем снимать? Да, вот показывает, что нет зарядки. И мы можем вот так снимать. То есть, да, давайте смотреть, что мы там делаем сейчас. Да, блин, она не включается. Хаюшки, хаюшки, Иван. Фокус, алло. У меня нет фокуса, а тут фокус вообще. Это был весь антур. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также пишите мне внизу в комментариях, какие видео вы хотите видеть. Всем пока!